А почему не убивай? Ну-ка, аргумент. То есть я всю игру гоняю за этим злодеем, который убил нашего батю. А в итоге его не надо убивать? Чё за Last of Us 2? Я стану мучеником за Кордис Ди. Я не успела нажать. Ну же, Дэвид! А он мучеником станет? И чё, надо Менендеса убить, да? Я стану мучеником за Кордис Ди. Да хрен так тебе. Мучеником он станет. Будешь в тюрьме сидеть до конца жизни. Мученик. Баланду есть. В два стула играть. Ну же! Да хрен тебе. Самое банальное, что может быть, это когда злодей становится мучеником. Нет уж, фигушки ему. Я такой, лови. Оп, вот. Глаз, глаз, глаз. Да убей. Я стану мучеником за Кордис Ди. Мисс, сдохни. Злодеев надо убивать. Я думал, не выстрелят. Не слово по-русски? Да, да, я да. Я тебя держу, самое. Брат. Просто я не понимаю смысл вопроса. Типа, какая разница, назвать миссию, откуда он, зачем? Я переживал за тебя, приятель. Проверить мое знание. В какой-то момент я подумал, что ублюдок останется в живых. Ну, я тебя хотел порадовать, чтобы тебе было приятно. Засранец, блин, весь мир на кукан натянул. Я решил, что... Правильно будет сюда. Ему ответить той же монетой. Я стану мучеником за Кордис Ди. Если бы решал я, ты сейчас был бы с сестрой. Мне нравится, он выкинул звук железа. Но не было звука, но не выкинули. Стреляй. Дай шанс стрельнуть. Я стану мучеником за Кордис Ди. Так, захватить Мендеса, застрелить Мендеса. Пошел нахуй. Вот и все. Я тебя держу, брат. Хватит его уже, блин, не убивать, да? Он неуловимый какой-то. Я переживал за тебя, приятель. Ты его захватываешь, а он живой. Я подумал, что ублюдок останется в живых. Не-не-не, ничего, я что, дурак, что ли? Конченый, что ли, конь? Какую надо кнопку нажать? Ну? Я стану мучеником за Кордис Ди. Я стану мучеником за Кордис Ди. Пробел, чтобы захватить Менендеса. Самая лучшая концовка. Вы выбрали самую лучшую концовку во втором Black Ops, народ. О, это было хорошее прохождение. Поток шел где-то 4,5 часа. Кошмар, конечно. Ну же! Охрена тебе, лысого. Никакого бунта не будет с твоими Кордис Ди. Ты пойдешь в тюрьму, дурачок. Все, сейчас только проверим, что концовка действительно самая лучшая. И, в принципе, мы свободны на сегодня. Я стану мучеником за Кордис Ди. Нет, Менендес. Я тебя захвачу. Если бы решал я, ты сейчас был бы с сестрой. Ну и чё, в голову бей, стреляй. Не тупи, стреляй, как выстрелить? Привет, КТ, под наркоте.
Не убивай. Учеником за Корсо. В смысле? В смысле не убивай, папе? Я ничего не нажимал, он сам его захватил. Я, ты сейчас был бы с сестрой. Не можешь ничего решить? Ничего не нажимай. Само все произойдет. Он же опять убежит. Почему ты сказал не убивай? Блин, надо было убить, а? Зачем я тебя послушал? Ну что, поиграем? Камень, ножницы, бумага. Я стану мучеником за Кордис Ди. Ну и умри. Мученик он. Я тебя держу, брат. Хорошо, что чуть по центру не ударило. Я переживал за тебя, приятель. В какой-то момент я подумал, что ублюдок останется в живых. Не, Харпер, убьем. Ах, сука, педагог, блядь. Ебашь ему, мозги выбивай. Блядь, брат, кнопку жмякую. Я стану мучеником за Кордис Ди. С пробел. Бля, надо было убить. Ебать, я долбоеб. Если бы решал я, ты сейчас был бы с сестрой. Да-да-да. Да-да-да. Бля, мне кажется, я дебил, да? Я сыграл как дебил сейчас. Я стану мучеником за Кордис Ди. Знаешь что? Мучеником? Да пошел ты нафиг, мученик. Лучше я тебя схвачу. Что? Ну же, Дэвид! Хочешь, чтобы я тебя убил? А, фиг тебе.